Заработав на неплохой хабар, я решаю отправиться по сюжету. Для этого необходимо двигаться на Агропром. Этим сегодня я и займусь. Напоминаю, что это челлендж с Водаром в режиме «Одна жизнь», модификации «Аномали». Если ты здесь впервой, то посмотри сначала, ссылка на пулист имеется в описании. Не забывай ставить лайк и также подписываться на канал. Но я желаю тебе приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Джамбо! Сегодня я продолжаю проходить модификацию под названием «Аномали» в режиме «Одна жизнь». Собственно, давайте будем думать, чем мы заниматься будем сегодня. Да. В общем-то, в конце предыдущей серии сделал вывод о том, что пора двигаться нам в мертвый город. Тут у нас есть целых 3 квеста, причем один из них такой сюжетники, типа, ну такой, знаешь, как в чернобыльский дефолтный. После этого отправляться уже по основному квесту искать стрелка. Ну, еще какой-то квест есть, поэтому я думаю, что попутно мы его выполним. 3 квеста в одном месте, да, прям в темной этой, как его, в поляне. Ну, не знаю, такое. Как-то мне очень не хочется на эту локацию идти. Ну, ладно, потом посмотрим, может быть, пойдем. Так, погоди, мужик, я вот к тебе хочу продать всякие записки, ты у меня их возьмешь, кстати? А, не берет. Ну пошли в бар сначала, там продадим эти записки, и уже после этого, скорее всего, подожди, а кому их продавать? Кстати, наверное, сталкером, да? Давай вот сюда перейдем, выполним квест и отправимся в мертвый город. О, это тот самый челик в сейве, я тебя помню. В общем, возьмите патроны тогда. Мне они не пригодятся 100%, или что, или лучше сейчас было сходить все-таки к Петренко. Так, нашивки не нужны, плейбой не нужны. Мина, не, ладно, я никого не собираюсь подрывать. Нафиг, 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 это продаем тебе уж на талого, так скажем. Нашивку наемникам, да тоже не нужна, наверное, будет. Ну что, продаем тебе это всю херобору тогда. И освободили мы себя от лишнего веса, но я также хочу, короче, взять сейчас какой-нибудь у тебя квест, если имеется такая возможность на кордон пойти, да. Ой, на Агропром, да. Все пути сводятся к Агропрому, понял тебя? Так, давай-ка патрончиков чуть-чуть, буквально вот одну обойму отсыпь. Не, давай даже побольше, давай даже 2 обоймы, да, почему нет? И дроби буквально пачку. Все, отлично. Никакого даже глушителя у него не наблюдается. Да и ладно, черт с ним, в принципе. Так, если что, я свой костюм починю, калаш починю. Это вот эту штучку починю, а это починю. Ну, в принципе, я готов уже прямо сейчас идти по квесту основному. Ну, давайте реально заглянем. Или че ли потом заглянуть лучше? Я не знаю. Просто сейчас мы можем заглянуть, короче, и потерять какое-то снаряжение, понимаешь, свое. А пошли-ка... Ой, ты че, пиццу хотел? Чел, ты попей воды? Вода у меня... А, у меня воды мало, прям воды купим тогда. Потому что в этого барах... Ой, у мясника нету воды, по-моему, и надо затариться заранее. Ей... Ладно, пошли сейчас тогда на Агропром. Там тоже довольно-таки много квестов уже имеется. Целых 3 штуки, включая сюжетный. Ну и заодно сегодня будем искать стрелка. Ну как будем? В всяком случае начнем. Я думаю, что пора, чтобы хотя бы как-то продвигаться по сюжету, чтобы вот это вот все хотя бы какой-то смысл имело. Барменушка, иди сюда, родной. Давай даже я вот тут встану, чтобы тебе долго не идти. Иди сюда. Так, работа. Работы ты никакой не даешь, но водичку я вот тебе, пожалуй, приобрету. В принципе, все. Пошли сейчас тогда в депо. Может быть, дроби себе еще купим. Посмотрим. Это в всяком случае самый ближний путь до Агропрома. Так что пошли. Так, не бейте ПЖ. Тут никого нет. Тут редко кто-то бывает враждебен. Бандиты тут реально редко бывает. Так, работа. Немного гуманоид. Ну, давай завалим, в принципе. Еще работа. Работы больше никакой. Предложить не может. Так, дневной гуманоид. Где? Что, выполнить, что ли, быстренько сбегать? Ну, пошли. Разомнем, так скажем, свои ручки. С этого начнем серию. Почему нет? Так, минус 2 почки. А вон зомба вижу. На них у меня квест или нет? Без понятия. Там опять какая-то резня. Да. Ладно, сейчас давайте я их обыщу, почему нет? Сос, нам здесь конец. Это наемник на свалке, к юго-востоку от блокпоста на дороге в бар. Наемник на свалке. А вон, смотри, какой интеллектуал уйдет. Давай, давай, родной, иди сюда. Ну-ка, с одного пули убьем тебя, нет? Ну, с двух, да? Ну, хотелось бы, конечно, с одной, но тут, походу, нет такого дробовика. А может, есть, кстати. Ой, я там слышу какие-то эти пси-возгласы. Я вообще этого пугаюсь, если честно. Скорее всего, там либо пси-контролер, либо просто... Что? Пси-кровосос, да. Либо контролер просто. Не знаю, так, что за... Кто там рычит на меня? Зомбу, что ли, рычат? Ну, давай сейчас вас завалю, что нет? Нет, ну, он зомби некоторых прям с одной пули валит, кстати. Мне это нравится, правда, опять же, если попадать точно в голову. Срочно нужен толковый опытный сталкер, который сможет провести в место, называемое мертвый город. Но, кстати, мертвый город может быть и нормально. Провести челика? Не знаю, я лучше один туда пойду, наверное. Ты будешь больше обузы какой-то, которую надо будет оберегать. Чего полезного? Руки. Забираем, продадим. А у тебя что? У них, кстати, очень редко дропаются аптечки, там бинтики, антирады, но... Редко, но метко, как говорится. Ой, что? А нам куда нужно двигать? Я понял. Ого, что ты такое, господи? Кимора из метрошечки, ёб твою мать. Еще одна бежит. Так, ты, мужик, иди нафиг пока. А, ну это, кстати, и был зомбу. Это вообще какие-то... Тихо, стреляй уже.
рандомные кикиморы. Но они, правда, безобидны по факту, они не очень слабые. Так, ничего полезного. Так, давайте хотя бы свои глаза кидайте или что это такое. Сейчас мне интересно будет почитать по поводу их здоровья. Они ведь реально слабые, они там буквально с одного выстрела в упор убиваются. Опаньки, СВТ-40, неплохо-неплохо, понял. Принял, держи в курсе. Так, справочник, погоди, справочник. Сила средняя. А какая средняя, в смысле? А не может у них средняя сила быть, они слабые. Да, я просто боюсь, что тогда за средним. А подожди, а у изома, допустим, так, излом. А здоровье среднее, тут согласен. Пси-собака, здоровье среднее, скорость быстрая. Короче, понятно. Так, можно сюда перейти? Можно. Только сейчас время скипнул, кстати. Это, наверное, нехорошо. Хотя как, погодка поменялась. А, 16:10 стало время. Да, здорово. Так, 500 дает он нам. И сейчас от этого дерьма сейчас напродаем. На еще буквально парочку тысяч. Но я сказал, надо на левый альт нажимать, чтобы у тебя все части тел сразу продавались. Ну давай вот это вот куплю. Тебя буквально вот на 1000 рублей. Жрать хочешь. Я когда строю видос Фудара, кстати, и вижу, когда он не ест ничего, когда ГГ этого уже хочет. То такие вообще, че? Наемник гуляют, что ли? Я не знаю, мне как-то очень становится не по себе, если честно. Да, это наемники в натуре. Я понял, да мне тоже не очень охота. Я так чисто проверил, убедился. Пошли в награпром. Мы там ни разу не были, должно быть, по идее, интересно. Бля, как красиво график, вот так бы всегда на самом деле. А то это дождь, пасмурная погода, уже как-то порядком поднатоело, если честно, в аномале. Снимаю, снимаю, бегаю в дождик. На душе пейн, иду на агропром аген. Так, нет, не аген на самом деле. Там зомбы. Ну куда ты? Ну зачем тебе это надо? Ага, убей меня еще, да, держи в курсе. Они, конечно, косые, как не знаю что, но вот опять же, это буза банальная. Все, минус. Но бинтик все равно придется использовать, и костюм, скорее всего, тоже покоцали, да? А, дробовик покоцали. Чел, ты зачем это сделал сейчас? Ну, хоть на них порадуешь меня, нет вообще. На них меня котелок. Классно, спасибо. Ну, давай, в принципе, черт с ним, плюс, че, плюс... Ну да, плюс 5%. А у вас что будет? Вообще могу вас обыскать? Могу, кстати. Ну вот я, наверное, вряд ли буду разбирать оружие. Ну потому что зачем? Ай, да ты чё? А чё, не смогу тебя обыскать, что ли? Ты серьезно? Ну-ка, хочу. Ну зачем? Ну игра, ну дай мне его обыскать, погоди. Вот буквально, вот-вот, отлично, смог я это сделать. Но у него, кстати, да, у него есть патрончики. Хоть и мало, но они есть. Так, ну и теперь уже отправляемся на агропром. Вот я и на агропроме. Так, погоди, тут был, что ли? Почему никакой заметки нету? А, во, все, агропром. Так, справочник. Странная, сильно загрязненная радиация местность. Территория бывшего не заняли военные. И переоборудовали под свою основную базу внутри ЧЗО. На остальной же территории то и дело встречаются опасные мутанты, которые будто бы охраняют секреты, которые лучше так и оставить фабрика в ней. Ладно, я особо тут подробности читать не буду. Кстати, военные в натуре. Я сейчас, по идее, смогу еще у них квестики некоторые повыполнять. Они же, по идее, нейтральны. Так что, я думаю, что эта идея хорошая. Тайник пустой. Это, кстати, непривычно. Я никогда не играл за ученых, если честно, прям по-серьезски. Так, и что он здесь будет? Понятно, пусто. Здесь у нас... Понятно, пусто. Еще есть тут парочку ящиков, но вот я хз, типа, смысл если обыскивать их или нет, ну что-то нашли, ладно. Загоним кому-нибудь, наверное, хз. А где же наши квесты, погоди. Не, локация на самом деле реально опасная, вот, наверное, если вот такую провести параллель, то самая опасная локация, это реально агропром. Темная долина там тоже опасная, но не такая, как агропром, по моему сугубо личному мнению. Что такое, зомб? Что? Вы видели сейчас красный это кровосос, что ли? Я спалил кровосос или кого? Ничего не понял. А... Нет, это... Что сейчас было? Может, я кого-то издалека увидел? Я что-то не понимаю, либо я понимаю... А, это зомб... Фух, или нет? Нифига, я его через 5 кустов увидел. Походу. Не, реально? Ну, если был бы кровосос, наверное, он меня напал бы уже, да? Вы так не думаете? А тут довольно много, кстати, зомбей. Так, что у тебя было? Ой, давай быстрее обыскивай, ладно. Ну, 3 монетки, это, конечно, норм. Я все-таки вот опасаюсь-то, что тут помимо зомби еще кто-то есть. Но это вряд ли. Не должны. Хотя, фиг знает. Еще монетки. Да, ну херня какая-то, сейчас дропается. Монетки это 5 рублей буквально тебе на счет капает и все. Давайте хотя бы руки свои, что ли. Во, армейская аптечка. Тут уже хорошо. Вот это о чем я говорю буквально минут 5 назад. Так, а у тебя что-нибудь было? Нет, подожди. Ну, рука, пойдет. И что у нас будет, кстати, вот здесь, мне интересно знать. Так, у нас тут есть ящичек, он пустой. Мне будет для тонкой работы найти где-нибудь. Было бы вообще здорово. Ну, пошли с вами в туннель. Тут аномалий никаких вроде как нету. Судя из моего прошлого опыта игры в аномали, тут обычно какие-нибудь сталкеры обитают или чё кто. Ну, либо никто, как пример сейчас, наверное. Или челюсть таких кто-то тут есть. Не знаю, никого тут не вижу. Нужно обыскивать. А здесь у нас вообще пусто, да? Никого нет. Ну и ладно. Лучше никого, чем кого-то иметь. Ну, вы поняли, короче. Монетки находим. Тут есть ящичек. Давай-ка сейчас тоже его обыщем. Но что-то опять с тайниками не то. В прошлой серии повезло. В этой все. Больше не особо не везет. Ну, всяких вам дропается, типа, который все равно продам сталкерам за сущие копейки. Давай кофеин бахнем. Я думаю, что от него будет толк, очевидно. Ну и как мы начнем эту локацию исследовать? Даже не знаю, типа. Ну, пошли, наверное, на базу военных сначала сходим. Какие-нибудь квестики, может, у них возьмем. После чего, наверное, поспим и отправимся как раз-таки в тайник стрелка. Либо наоборот все сделать. Вот даже не знаю. Нам нужно разгрузиться.
Все-таки тайник стрелка там должен быть богат на что-либо интересное. В всяком случае, надеюсь. А тут нас кто будет? Нет вообще. Тут тоже обычно никого слишком серьезного нет. Вообще, эта локация, точнее, подлокация пуста, как пустая на самом деле. Здесь тоже пусто. Да, ну и скукота, конечно. Но в одной жизни как-то пофиг, если честно, так что... Живем-живем, короче, и все. Здесь что? Понятно. Мог и не спрашивать. Может быть, эти тайники слишком открыты, типа, может быть, их уже до меня успели обыскать. На это идет расчет. Не знаю. А тут я кого-то сейчас слышу, но это, походу, сталкеры все-таки сидят. Да, это точнее сталкер один. Кто таков? О, Сева Удав, ученые. А ты мой друг, получается. Могу ли что-нибудь продать, слышь, ученый? Молчаливый, какой-то в депрессии, видимо, какой-то небольшой находится. Ну что, пошли тогда сейчас на базу сходим. Военным, почему нет? Так, тут тоже есть какой-то переход, по-моему, но я не хочу идти здесь, если честно. Ну, тайники, как всегда, пустые. Я что-то вообще в шоке, если честно. Нет. Одного тайника на агропроме так и не нашел сейчас. Но я бы сказал, конечно, буквально процентов, наверное, 15 от всей суммы тайников на агропроме. Но все равно неприятно, блин. Кстати, можешь мне артефакты поискать? Тут у нас что, никого нет? Так, подожди. Тут... А, вот, что я куда смотрю? Ну вот, что-то дошли, хорошо. Можешь реально арты поискать? Детектор есть, если что, контейнер есть. Защита, ну, более-менее какая-никакая присутствует. А просто ли на того... Не знаю. Аномалия старый когти. Я бы какую-нибудь лучше вихревую аномалию заглянул, она попроще будет. Давай сейчас посмотрим, кто такой. Она на что среагировала, кстати. На что-то или на кого-то вопрос. Не, никого тут нет. Пошли попробуем сейчас тогда в нее залезть. Конечно, это опасное занятие и порой неблагородно. Давай сейчас даже вот так сделаю, что-нибудь будет. Будет. Блин. Ну придется лезть теперь уже, что я могу сказать. Я же все-таки ученый. Так, и что? И что? И что, и как? О, аномалия. Чего? А где? А чё, всё? Не будет никакого артефакта? Да понятно, я не знаю, что за баг, короче, но... Нифига тут нету. То ли меня игра обманула. Ну что, реально ничего нету? А куда артефакт мог деться? Ну ладно, видимо, это знак судьбы, что, типа, не лезь, оно тебя сожрет или что-то в этом роде, ладно. А что у нас будет туточки? Ну хорошо, вот, начали тайники дропаться. Кстати, да, они реально отдалены от сталкерских точек, поэтому они, наверное, чем-то хотя бы заполнены. Я могу только так это объяснить. И, кстати, сейчас у нас имеется еще одна территория, в принципе, в которой можно инвентарь пройти. Зачем, правда, эта территория нужна, не знаю. Так, у вас что? Вот. Вот это хорошо очень даже. Во, сердце, я ведь даже не планировал по артефакты идти. Да я тоже не планировал, но срань какой, я не планировал он. Так, справочник, а мы впервые симк нашли. Но нам по факту он не нужен, типа зачем у нас есть этот контейнер, типа если мы какой-то арт найдем, то мы туда, наверное, положим его. Здорово, военные, всем ку. Я иду к вашему торговцу, у меня уже лютый перегруз. Я не знаю, насколько он там привередлив, конечно, в плане того, что он может не покупать все, скорее всего, он все и не будет покупать. А может и нет, посмотрим. Так, ну что расскажешь, подожди. Но он нам ничего, к сожалению, не может предложить в плане перехода. В плане квестов он нам ничего не предлагает. Да и продать тебе, если честно, особо тоже нечего. Типа, ну а что тут? Ну симк возьми, он дохера весит, а... Ну и чё, ну вот эту вот штучку тоже возьми. Две штуки даже. Артефакт, прицел пусть будет при мне. Так, это что такое? Глюкоза, да забирай. Ну и в принципе все на этом. Вот этот медику, ой, медику. Ну там медику можно, конечно, некоторые вещи продать, однозначно. А у тебя прицел будет какой-нибудь хотя бы? Что-то вообще прицелов нет. Я видел то, что Фудар купил охотничий рюкзак себе, но я не хочу, если честно. Хотя, может и стоит его взять, реально будет больше частей тел дропаться. Я хочу дождаться, пока будет уже нормальный рюкзак на 35 килограмм. Не знаю даже. Сейчас тратить 8 тысяч. Было бы у меня 1040 хотя бы, я бы, да, такой, типа, ок. А так у меня денег вообще мало, и сейчас что-то тратить не хочется мне, если честно. И что у вас будет? Тушеная фасоль, крепкий энергетик, таблеточки. Ну, сейчас мы с них тоже нафармимся, кстати. Здорово, да. Работа нужна, медикаментов... Комплектик. Может, найду когда-нибудь. Так, ну и в принципе 1000 рублей с таблеток, которые я у тебя же нашел. Ну не факт, что у тебя все. Короче, скамил его на пару рублей. А тут у нас имеется механик. Так, ну что, работа у тебя тоже будет. Ну, по традиции уже какой-никакой беру я у тебя этот квест. Почему нет? Этот вот забирай. 400 рублей. Мне вот, кстати, нужен по-хорошему какой-нибудь. Так, одновременный для того, для того. Ну, клей возьми. 1300. Пофиг. Этот возьми штучку 2000. Да. Дорого, конечно, но что поделать. А тут что-нибудь будет у вас? Нет. Какой-то контейнер. Веревка. Пофиг. Продадим тоже. Там у Кузнецова, по идее, какие-то тоже квесты должны быть, но они, скорее всего, по типу иди убей того, это того-то, там и того-то. А может, нет, кстати, может, и я ошибаюсь. Это не Кузнецов вообще-то. А тут что-нибудь будет? Ну, какую-то херню нашли. Ну и ладно. А тут очки. Ну-ка, дай что-нибудь, пожалуйста. Ничего не дает, засранец. Здорово, Кузнецов. И что у тебя за работа? Нашивка свобод 10 штук. Наемники нет. Ренегаты болота. Ну давай, ренегаты болота. Я, кстати, могу в военную вступить, но тогда... Интересно, кстати, если я поменяю группировку, которая недоступен сюжет тайной зоны, что, все отменится, по идее? Ну, конечно, можно проверить ради интереса и потом перезагрузиться, но хз, типа, это противоречит правилам одной жизни. Но ради интереса можно. Ну, короче, можете в комменты написать, если вы не против подобного эксперимента, то я в следующей серии попробую это провернуть. Так, что мы тут еще нашли? Ну, 557 рублей. Классно, да, здорово. Так, а ты... Понятно. Нихера не
хотят брать у меня. Мне тут нужно и разгрузиться слегка. Это всякие говнопатроны есть. А тебе я что-нибудь могу еще продать? Ну, акватабакс. Или, ой, тьфу ты, это я дулин. Не хочу всякие пилюли в рот брать. По времени, в принципе, норм. Я сейчас так полагаю, сходить вот эти два квеста выполнить, вернуться на базу и пойти поспать. Как раз время уже будет так поджимать слегка. О, умничка какой, у него еще денег дофига. Все, молодец. Вот таких сталкеров, точнее, военных, я обожаю. Так вот, продаем тебе все вот это вот. Шкатулка с драгоценностями уходит за неплохую такую стоимость. Ну и 1500 просто с ничего сейчас получаем, отлично. 13000 у нас есть. Мало, конечно, на 1150. Ну что, поехали тогда. Так, первый квест находится где-то здесь. Так, прототип детектора. Но там могут быть все-таки какие-нибудь твари зоны. Но это не точно. На Юпитер нужно у челика проводить. Не. Ну хотя, смотри, если он платит 1040, то это, наверное, норм тема. Но они не будут так платить. Наверное, 1015 вот это прям максимум за этот квест. Так, и чё? И кого и где? А, где-то вот здесь. Вижу все. Фига себе, просто одинокий труп такой лежит. Здравствуйте, я тут улегся. Решил поспать. Выглядит на самом деле очень стрёмно. Ох ты, чё у тебя было, ничего себе. А ты чё, весишь дофига, что ли? 5 килограмм. Ах, как же здорово. У него бизон был полностью заряжен, кстати. Аномалия опасности, он, а склон, что, Сион. Но, что это за аномалия? А, да это она вихревая, кстати. Может быть? Нет, ладно. Артефактов нет, поэтому нафиг. 5 килограмм эта херня весит, жесть. Что так много? Ой, эта аномалия, кстати, может убить. Поэтому я от нее подальше сейчас убегу, на всякий случай. Еще квест находится где-то... Понял, все, пошли туда. О! Так, погоди, не то оружие ты взял. Я немного запаниковал и начал в него зажимать. Это... Чё? Где? Не ори, пожалуйста. Тут просто, я говорю, прям очень плохая позиция. Тут видно меня со всех точек, можно сказать, агропрома. Ну ладно, обыскиваем тебя. Так, ну шкура, ой, точнее мяско и клык. Кстати, к мяснику возвращаться не очень хочу. Продадим кому-нибудь здесь на базе. А у тебя чё? Ну давай, забираем. Вот котики, я прям их обожаю. У них всегда что-то... Вот котики и плоть, мои любимые мутанты, реально. Ну, хотя нет, котики не очень все-таки. Они быстрые и бьют больно, и не такие слабые. Хотя Мурка их с одного выстрела убивает. Так, чё? Давай-ка тебя как-нибудь аккуратненько обыщем. О, ПДА, фух, молодец. ПДА, это хорошо. Ну и патроны забираем. Они у тебя целенькие, продать их можно. Радиацию мы никого не хапнули. Квесты, конечно, по-хорошему надо тоже сдать, я так полагаю. Так, а тут кто-нибудь или что-нибудь будет, нет? Здесь также есть сталкер, погоди, а где тут тайник? Тайник должен быть где-то, нет? Я не знаю, кажется мне или нет, но тут я нихера не вижу, короче. Что будем делать? В принципе, вернуться можно, но надо в бар по-хорошему. Давай в бар вернемся, наверное. Так, это куда? А, погоди, ага, нужно вернуться и сюда. А это посылка? А, уничтожить. А посылка что? Посылка опять куда-то. Ты что, ты там сдохнешь ведь? Нифига, он в офлайне уходит, прям не умирает. Гений какой. Мне надо вернуться сюда обязательно, типа. А, сейчас опять потрачу. Ну давай, сейчас меньше базарим, короче, пошли, все. 5 килограмм весит, куда это? Так, я тут. Кстати, еще момент один есть. Мне один подписчик подсказал, что на ферме имеется у торговца... Ой, там еще тайник есть. Прицел. Не знаю, есть смысл туда перемещаться? Ради одного прицела. Сколько он стоит вообще, интересно тоже. В итоге сегодня мы, походу, нихера не пойдем по сюжету. Ну, типа, блин. Везде от меня что-то хотят. Так, местонахождение свалку сделаю, ну и все. О, вот тебе продам тогда часть тел мутантов. Ты тоже их неплохо должен брать, по идее. Ну да, неплохо, 1500 плюсом сейчас. Бинтов у меня... Ну, бинтик купи для проличия. Так, ну можешь Велес себе купить. А, у тебя Велеса нету. Ну а дальше куда можно пойти? Ну куда можно будет потом сдать? Ну типа он мало весит, пофиг. Давай-ка реально все-таки сегодня выполним этот квест сюжетный. Раз уж я наметился на этот, то надо его выполнить, я считаю. Ой, тут уже темно на самом деле. Ну и как-то так. У меня, кстати, патроны дорогие, нет? Патрончики у него, по-моему, дефолтные. Давай куплю буквально еще одну обойму, чтобы точно хватило. Так, попей. Это что такое, погоди, это газированная вода? Сойдет. Идем спать тогда. Может быть, кстати, какой-то квест сам собой выполнится. А может провалится, не знаю. Никакой квест не выполнился. Так, пьем и отправляемся сейчас в тайник стрелка. Ууу, какая красота. Ёлки ты палки. Меня же он сквозь ПДА просвечивает, все это дело. Ладно, все, в такую красоту можно и прям пойти всех убивать нафиг. Можно к себе тут перейти, но я боюсь рисковать, потому как это, по-моему, очень херовый переход, наверное, или нет. Не знаю. Ну пошли, наверное, по стрелке, типа стрелка говна не покажет. Или что думаете? Я просто помню, что какой-то из переходов он идет прям сразу к бандитам. Я вот не знаю. Такое себе это, если честно. Не хочу прям сразу к бандитам лететь. Ну ладно, пошли по стрелке, не будем выкобениваться. Как будет, так будет. Будет, что могу сказать. И сейчас это самое вообще опасное приключение, так полагаю, будет за всю пока что историю рождения, надеюсь, что я не сдохну. Ну, типа, все у меня есть, все у меня хорошо. Этот сталкер до сих пор тут сидит. Стабильность, признак мастерства, ёпта. У меня все есть, я должен выжить, я так полагаю. Все. Фух, поехали. С сталкерским богом, с Григоровичем, с сталкером, да? Да и не сдохну здесь. Первая лаборатория. Прям уже готов на самом деле врываться. Все, меня нормально перекинул, да? Туда, куда надо. Бляха, ты. Нафиг разбейся.
Не знаю, лимонки, конечно, в этом моде имба вроде как. Да, попробуем. Да, завали. Уху. Резня. Дресня. Ужня. Так, вот эта вот херня меня смущает. Она может и резко меня долбануть, но это же текстурные сталкеры, да? АЕК — это вообще лютая тема, я тебе отвечаю просто. Я тебе гарантирую, что АЕК — это такая имба. Ой, я зря перезаряжаюсь, подожди. Пожалуйста, не стреляйте по мне. Нафиг. Ну давай, следующий. Ну давай, я вам какую-нибудь гранату кину вот как-нибудь вот так вот. Нормально сойдет? Зачем, правда? По-моему, только напугал на самом деле. Ну пошли, чё, в ближний... Или чё, или вы сами выйдете, нет? Засранцы, голодранцы. Вот тут там по аномальным флексе, у меня это честно... Дробовик, ты что творишь-то? Там кто-то по аномалиям флексил, меня это смущает слегка, если честно. Я думаю, что если он флексил по аномалиям, то вряд ли он выжил, правильно? И вот сейчас хер поймешь, типа, когда там закончится это все дело у меня. Тут же никого нет, Там вроде тоже никого нет. Но пока вроде как чисто, да? Не знаю, там кто-то, может, спустился, конечно. Я вот хз, типа, как мне сейчас понять, все это или не все. Давай обыщем всех этих типов. Плюс квестик один есть, да. Очистка болот. Что? А, ну это квест, видимо, чисто небовцев. Нифига, в чего тебе было. Тут больше хлама на самом деле, чем полезных вещей. Ну все, тут никого нет, наверное. Сейчас, кстати, мы прям хорошо бандитских нашивок соберем. Они там по квестам пригодятся очень хорошо, очень сильно. Вот слышишь ты, что это такое происходит? Это что такое? Это квест, видимо, это. Опять же, связан с болотами, да? Ну, точнее, с бандитскими нашивками. Так, что нашли? Руководство механики. Руководство механики. Это что? Это все уже известно. Ну нафига тогда ты таскаешь с собой? Так, это что такое? С боеприпасами какую-то штуку нашли. Блин, вот туда бы сейчас гранатку бы кинуть, а? Ой, тут отспавнился. А, ну это говнюк, он не такой опасный вроде как. Если только ты был здесь, это прям хорошо. Так, ну, пока все, больше никого реально не вижу. Как-то это прям вообще странно, согласись, вроде... Ой. Это я зря сделал. Вот такая опасная локация, тут всего лишь бандиты. Я говорю, ну и ладно. Сейчас какой-нибудь меня контролер встретит, ты капец мне. А военные тут будут? А тут нет кровососа больше никакого. Ну давай обыщем, ладно, рискнем. Две руки. Так это зомби, что ли, дефолтный какой-то, только быстрый. Тут же кровосос был. Ну в оригинале кровососы, тут в аномале тоже по канону ставили кровососа, по-моему. Или он дальше будет? Страшно-то как? Ааа, блин. Кто? Что это такое? Бля, хамуха. А, это бюрер? Нафиг иди. Бляха, ну ты выйди как-нибудь. А, фух, ты слабый. Что за вообще жесть? Я боюсь, пацаны, я вообще боюсь сейчас идти куда-то, не страшно. Так, ладно, патрон забираем. Так, точно больше никого нет? Во, вот этот кровосос, он его завалил, походу, слышишь? А что, он его еще обыскал, что ли? Не, вряд ли. Вот, кстати, рука бюрера, по-моему, кому-то по квесту должна будет пригодиться, либо... Не знаю, ладно, может, продадим, посмотрим. О, страшно-то как. Так, ладно, фонарик включи, пожалуйста. Чего выключил? И тут аномалии вроде как не должно быть, если я не ошибаюсь. Так, у меня, кстати, уже покоцался слегка АЕК, надо часов вычинить обязательно. Так, ну давай этим займемся, пока есть такая свободная, так скажем, минутка. Вот, на тебе эти вот половые приборы или столовые, хер знает. Вот честно, кстати, если я возьму документы и слиняю, короче, через быстрый переход. Ну, по идее, да, типа, ну а почему это нечестно должно быть? Быстрые переходы мы открыли, то есть это фича такая. Если игра, опять же таки, позволит, так, вот журнал стрелка. Документы, которые можно будет неплохо загнать кому-нибудь. Тайник тоже с документами, которые тоже можно кому-то, видимо, загнать. Так, набор для задрочки. Так, это разбито, да? Это разбито. Монетки всякие. Так, это разбито, да, вроде? Нет, не разбито, но там пусто. Я вот не помню, мне вот кто-то вечно говорит, что здесь какой-то тайник есть. Я не знаю, мне кажется, вы путаете этот мод с каким-то другим. Так, куда идем сразу же? Ну, по идее, тут делать нечего. Пошли тогда обратно в бар, если игра мне позволит это сделать. Фух, она позволяет. Все, отлично. Чего мне выпендриваться, обратно идти по обратному пути? Не-не-не-не-не, все. Я сразу в бар пойду. Мне так больше нравится. Просто я знаю, что по скрипту после взятия этого квеста, короче, появляется кровосос в главном здании. И как бы, ну зачем мне с ним сражаться? Да я думаю, что незачем. Не баг, не абуз, а фича. Да, знаете. Так, ну в принципе все, мы прибыли. У нас нафига чего есть. Надо сейчас, короче, видимо, Воронину все это дело сдать, либо кому. Я вот не знаю, кому. Сейчас подумаю, кому сдать. Ну кто возьмет, тому сдадим. Господи, вариантов на самом деле не так много будет, вроде как. А что это такое? Погоди, вот это что-то. Это записи. Микс-18, понятно. Журнал стрелка. Это что такое? Военный документ. На самом деле не очень. По идее, должен дать нам Воронин сейчас что-то интересное. Я на него прям надеюсь. К минимум деньги за это дело. Деньги дашь? Во, нашли документ интересный. Вот взгляни. По рукам. Норм, три аптечки, это хорошо. Так, нашивка монолита, ментальный огонь. Все не то. А я тебе разве нашивки не принес, что ли? А, вот тебе... Нет, это тебе другой квест. Подожди, я что-то не понял. У меня 15 нашивок уже есть. Там, видимо, Сидоровичу надо принести. Работа выполнена, 7000, здание нет, 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 все не то. Ну и что тебе можно будет продать? Ну патроны давай тебе дадим. Ну сигареты типа, да и все сигареты я не курю. А так, 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 такие патрончики. Ну один патрон, от него что толку будет? Да нет. В принципе как-то так. Вот это возьми.
модуль. Ну, потом пригодится по-любому этот модуль. Можешь пока в тоник его скинуть просто и все. А мне от тебя пока ничего не надо. У тебя нету ни прицелов, ни хера у тебя нет, чел. Даже глушитель не может дать мне. Что ж это за чек такой-то? Видимо, спустя какое-то время появится все это дело. В общем, о, кстати, там квестик есть. А, вот мой любимый чел. У него, кстати, деньги уже кончаются потихоньку. Надо нового чела такого искать, который вскупает у меня все и вся. Так, а что за мутанты тут будут, а? Наверное, какие-нибудь собаки опять. О! Собакин, иди сюда. Нифига ты так накоцал. Это черный пес, кстати, он очень противен. Это кто такой бежит на меня? Это кот, что ли? Нет, это... Песик летит на меня. Ты что, издеваешься? Тебе делать нечего. Псевдожучки, псевдомышки, плюс квест. И он за это даст сейчас там 1005, наверное. Что у тебя будет? Мясо, печень, подойдет. Так, а у тебя, мой дорогой черный друг, Black Dogs Matter. Если стрелок хотел подготовиться к походу на север, то бармен с Барри Сторинген точно должен что-то знать. Все-таки Росток главный хаб сталкеров на пути на север, где можно закупиться практически всем. В общем, мы, пройдя в очугу стрелка, узнали, то, что стрелок опять там в центре зоны что-то хочет натворить. Говнюк такой. И надо бы его по-хорошему догнать. Ну и логично, что бармен да, шарит, типа, за стрелка. Так, отдаем тебе вот это. Это дарим, типа, чё мне от этого толку никакого нет. Кто таков? Такой стрелку важный, бумажный. Как работаем? А, нет, сам все делай. А, информация КПК. Так, ну найду, наверное. Видел сообщение, куда тебе нужно идти, подожди. 5000 на свалке, газировка. Да нахер иди, сам свою газировку. А тайник где на... Слушай, ну нормально, я там был, кстати, это тайник. А. Да, я помню, где-то тайник находится, я его обыскивал, кстати. В общем, давай спрашиваем тогда у бармена. Он говорит, что... О чем он говорит? Ну-ка, почитаем. Надо подготовиться к путешествию на север, а для этого нужна хорошая защита. Возможно, что они смогут помочь. Добро ты убить бандита выполню, а это я тебе 7000 даю даже. Ничего себе, ты как оценил мой труд. Прям молодец. Рукобюр, ну давай ставим для ученых, может я, может не подороже возьму. Просто бармен совсем за копейки берет. Че по поводу квестов, нужно двигаться обратно к ученым, конечно же. В общем, серия, конечно, получается сегодня не очень длинная. Я записываю сейчас 44 минуты, но я думаю, что ладно. Чем мы успеем сделать за минуту, но ничего по факту. Квесты какие-то сдать и не более. Я сегодня доволен серией, прям поработали продуктивно, хоть и не очень долго, казалось бы. Но главное, что сходили, вон выполнили задание. Это хорошо, это важно. Чекайте видео в удары, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, а также кликать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, еще увидимся и не болейте. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня. Отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня.